Здравствуйте, уважаемые подписчики этого канала. Мы меняемся, меняется жизнь вокруг нас, все происходит. Но мы продолжаем еще где-то пробуксовывать. Но это не страшно. Чтобы меньше было ошибок, я предлагаю вам мудрость, которая существует на Земле очень давно. Если ты любишь человека, ты не будешь вмешиваться в его личную жизнь. Ты не посмеешь нарушать границы его внутреннего мира. Следующее. Перестань думать, как бы получить любовь. И начинай отдавать. Отдавая, ты получаешь. Иного пути нет. Следующее. Начни жить. Не начинай готовиться к жизни, которая будет в будущем. Начни жить сейчас. Следующее. Все страдания в мире происходят от того, что ты полностью забыл, что нужно жить. Ты стал заниматься деятельностью, которая не имеет никакого отношения к жизни. Следующее. Если ты хочешь жить, то научись одному – принимать вещи такими, какие они есть, и принимать себя таким, какой ты есть. Следующее. Если ты богат, не думай об этом. Если ты беден, не принимай свою бедность всерьез. Следующее. Делай как можно больше ошибок. Только помни одно. Не совершай одну и ту же ошибку дважды. И ты будешь расти. Не повторяйся, ищи новое. Следующее. Ты должен знать, что свобода – это высшая ценность. И если любовь не дает тебе свободы, это не любовь. Следующее. Каждый учит кого-то другого, каким тот должен быть. И никто никогда не кажется удовлетворенным. Потому что учить человек должен сам себя. Следующее. Ты большой любитель создавать проблемы. Просто пойми это. И внезапно проблемы исчезнут.